Здравствуйте, меня зовут Александр. Мы продолжаем серию видеороликов о автоматике для систем отопления от польской компании Tech Controllers. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как автоматизировать систему отопления в туристических объектах, гостиницы, хостелы, мотели и так далее. Но нужно отметить, что данную систему, о которой пойдет речь, можно также использовать в офисных зданиях, в коттеджах, в общественных зданиях, учреждениях и так далее. Я тут немножко подготовил для вас информацию на мониторе, поэтому я буду иногда отвлекаться для того, чтобы донести до вас самые главные моменты, преимуществ установки автоматизации для гостиничных номеров. Не секрет, что сейчас туристическая отрасль на подъеме, было это связано и с различными мероприятиями, которые были в России, в целом с потоком туристов в Россию. Поэтому гости, когда заказывают номер, прежде всего не хотят, чтобы был уверенный сигнал Wi-Fi, чтобы была гарантия наличия номера, который они забронировали, а также они хотят, чтобы был у них вежливый персонал и высокий уровень безопасности. Однако же, если вы хотите позаботиться о максимальном комфорте для гостей, то не нужно забывать о том, что важно поддерживать температуру в номере на должном комфорте. Это очень скажется затем на том, какие отзывы оставят гости о вашем отеле. Объекты размещения имеют особые требования для поддержания комфортной температуры. Уровень температуры оказывает большое влияние на уровень комфорта, особенно в момент отдыха ночью. Неправильное распределение температуры в отдельных номерах вызывает дискомфорт, генерируя ненужное потребление тепла и тем самым увеличивая расходы на отопление данного здания. Здесь на рисунке изображена инфографика о том, почему плохо иметь слишком высокую и слишком низкую температуру. Значит, если у вас будет слишком жарко, значит, это будет вызывать дискомфорт гостей. Гости будут открывать окна, тем самым способствуя повышенному расходу энергии. Ну и, соответственно, значительное потребление топлива. Когда будет слишком холодно, это будет необходимость увеличивать мощности оборудования, подключать дополнительные источники тепла, что также вызовет перерасход энергии. Важно также сказать, что поддержание горячего водоснабжения и отопления в гостиницах является одной из самых больших затрат при поддержании, при эксплуатации здания. Поэтому будет очень важно и полезно иметь прибор, который позволит вам автоматизировать работу системы отопления таким образом, чтобы гости в любой момент времени могли получить максимальный комфорт, а собственник гостиницы получил максимальный эффект и максимальную экономию. То есть мы ставим задачу предоставить гостям комфортную температуру в любое время года и в любой период загруженности туристического объекта. Получить данный эффект без специальных приборов автоматизации практически невозможно. Но у компании Tech Controllers есть решение, которое позволит собственнику помещения снизить расходы на отопление до 30%. То есть вы можете прикинуть, сколько вы потратили на отопление в прошлом году и понять, что в следующем году вы сможете сэкономить 30% от этих затрат. Часто сравнивают пелетное газовое отопление, но важно сказать, что центральное отопление является одним из самых дорогих источников тепла. Поэтому при центральном отоплении эта система будет окупаться еще быстрее. Так вот, как это работает? Скорее всего, в ваших номерах, в вашем туристическом объекте есть радиаторы. Поэтому их легко автоматизировать путем установки беспроводных сервоприводов STT-868. Данные привода работают на батарейках. Завод-изготовитель гарантирует работу, бесперебойную работу до 1,5 лет на одном комплекте батареек. Они являются беспроводными и не требуют каких особых знаний для подключения. Я думаю, что
Любой человек, который умеет держать в руках отвертку, сможет установить данный сервопривод в течение 5 минут, что также сократит ваши расходы на монтаж данной системы. Затем на дальней стенке, подальше от солнечных лучей и сквозняков, вам необходимо установить беспроводной датчик температуры. У нас в линейке есть несколько датчиков. Есть датчики C8R, они бывают белого и черного цвета. А также есть новинка, датчик C-Mini. Он отличается тем, что его размер составляет всего 37 мм. Он очень компактный и незаметный, хотя выполняет все такие же функции. Для того, соответственно, в каждом номере мы должны установить один сервопривод на каждый радиатор и по одному датчику температуры. Затем мы должны автоматизировать работу всей системы. Для этого нам нужен головной контроллер. В данном случае мы рекомендуем использовать контроллер Wi-Fi 8S. Этот контроллер имеет встроенный интернет-модуль и позволяет управлять температурой в 8 различных зонах, то есть в 8 комнатах. Если у вас больше зон, например, если у вас, допустим, 3 этажа и на каждом этаже у вас по 8 номеров, то вам необходимо, соответственно, 3 контроллера Wi-Fi 8S. Судя по названию, вы понимаете, что Wi-Fi 8S подразумевает в том, что в нем есть Wi-Fi модуль. Вам достаточно затем скачать специальное приложение eModule. Его можно установить как на компьютер администратора, так и на любой мобильный телефон. После этого вы сможете дистанционно управлять температурой в каждом номере. То есть вы можете задать график температуры по дням, по часам для каждого номера. Например, если вы знаете, что сегодня на третьем этаже номера свободны, пускай там будет сегодня 18 градусов. Если же в этих номерах живут люди, мы сделаем так, что там будет 23 градуса. Важно отметить, что в датчике температуры есть свой чувствительный элемент, который работает по температуре реального воздуха в помещении. А это значит, что на солнечной стороне, в солнечные дни, эти радиаторы будут закрываться раньше. А в некоторых случаях они могут вообще целый день быть выключенными, а помещение будет греть солнце. Это очень удобно и эффективно. В офисных зданиях можно установить так, чтобы в вечернее время, когда сотрудники уходят, температура была на 2-3 градуса ниже, а к их приходу возвращалась к заданным параметрам. Через интернет-приложение вы также сможете видеть силу сигнала Wi-Fi для каждой комнаты, уровень заряда батареек для каждой комнаты. Как только у вас будет какая-то нештатная ситуация, например, пропадет сигнал или понизится уровень заряда батареек, вы получите информацию на своем мобильном телефоне или на панели администратора. Это очень удобно и позволит поддерживать стабильную температуру, не выходя из какого-то из стойки администратора или непосредственно своего смартфона. Еще у нас есть новинка, которая появилась в этом году. Это датчик открытия окна C2. Значит, он работает вместе с сервоприводом, который установлен на радиаторе. Достаточно вам только открыть окно, и в этот момент сервопривод будет закрываться, для того, чтобы лишнее тепло не уходило на улицу. Как только вы окно закрываете, сервопривод по мере необходимости опять открывает радиатор, и комната начинает прогреваться. Это дает вам дополнительную экономию на отоплении. Давайте теперь рассмотрим, как это работает на практике. Для примера мы взяли трехзвездочный гостевой дом Секула в Польше. Вот так он выглядит. 3 звезды по-европейски. Значит, в этом гостевом доме у нас 23 номера. В каждом номере у нас установлен беспроводной сервопривод ST868, а также датчик температуры C8R. Зональное управление здесь организовано таким образом, что первый контроллер управляет 8 номерами, второй контроллер также 8 номерами и третий контроллер управляет 7 номерами. Соответственно, 3 контроллера Wi-Fi 8S. Собственники данного гостевого дома сэкономили после установки этих приборов 30% от расходов по сравнению с прошлым годом и продолжают экономить и сейчас. У каждого собственника свои расходы, связанные с отоплением, поэтому посчитать окупаемость конкретно вашего объекта вы можете, сосчитав расходы по конкретно вашему объекту.
Преимущество установки автоматики. Сейчас я вам покажу инфографику, на которой отмечены основные преимущества. Важно отметить, что помимо явных таких преимуществ, как комфорт и экономия, не нужно забывать, что установка автоматики будет способствовать также уменьшению выброса вредных веществ и защите экологии, что с каждым днем становится все более и более популярно у ваших гостей. Итак, какие преимущества? Это прежде всего контроль и поддержание заданной температуры в каждом помещении в любой момент времени. Возможность установки индивидуального графика для нежилых помещений. Простой и удобный монтаж. Удобное и интуитивное управление. Вам будет очень просто и удобно управлять системой в приложении eModel. Кстати, вы можете это сделать в тестовом аккаунте, зайдя на сайт eModel.tech. Высокий престиж отеля, универсальный эстетичный вид, экономия на отопление до 30%. Простой, удобный, недорогой беспроводной монтаж. Эффективная работа системы радиаторного отопления, у вас не будет никаких непрогретых зон. Полный дистанционный контроль за температурой. Плавная и точная регулировка температуры за счет того, что сервопривод имеет модуляцию. И при подходе к заданной температуре он будет либо плавно открываться, либо плавно закрываться. Тем самым работа системы будет работать очень плавно. Есть возможность установки специального усилителя сигнала в том случае, если у вас много комнат и дальние комнаты находятся за большим количеством перегородок. Если мощности сигнала будет не хватать, у нас есть специальный усилитель сигнала, он называется RP3. И благодаря этому усилителю вы сможете автоматизировать даже дальние комнаты вашей гостиницы. Возможно взаимодействие с датчиком открытия окна, отсутствие непрогретых зон, доступ к статистике. Вы через приложение eModel всегда можете посмотреть, как менялась температура в каждом конкретном номере в любой момент времени, будь то в течение дня, в течение недели или месяца. Стабильный тепловой комфорт, ну и, конечно, самый важный показатель – это благодарные отзывы клиентов. Мы понимаем о том, что собственники начинают задумываться об экономии на отоплении тогда, когда начинают получать счета за это отопление. Но мы вам настоятельно рекомендуем задуматься о том, чтобы автоматизировать систему отопления вашего объекта уже в этом году, чтобы получить максимальную экономию уже сейчас. Нужно не забывать, что она не займет много времени. Я думаю, что каждый номер вы сможете автоматизировать в течение 5 минут и плюс этаж в течение часа, для того, чтобы дистанционно синхронизировать работу по каждому номеру. Современно удобная, безопасная продукция ТЭХ позволит собственнику гостиницы значительно снизить эксплуатационные расходы, получить надежное и долговечное оборудование. Инвестиции в продукцию ТЭХ являются хорошим способом продвижения объекта среди потенциальных гостей, как современного и умного места. Он привлечет новых гостей и заставит тех, кто у вас уже был, обязательно к вам вернуться. Свяжитесь с нашим представителем, мы будем рады либо приехать к вам, либо отправить наших специалистов по всей России, у нас есть монтажные организации, которые смогут приехать, разработать систему автоматизации вашего объекта и рассчитать ее стоимость, а потом сделать быстрый и удобный монтаж. Мы гордимся нашей технической поддержкой, поэтому вы всегда можете с понедельника по воскресенье получить максимально подробный ответ на любой интересующий вас вопрос. Как я сказал ранее, данная система может также использоваться в офисных зданиях, в общественных учреждениях, а также в коттеджах. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube, в группу ВКонтакте. Мы будем выкладывать много новых интересных видеороликов. Надеюсь, данное видео было вам полезно и вы получили какую-то для себя полезную информацию. Всех приглашаем к сотрудничеству, всем тепла в доме и до новых встреч. Всего доброго.